На вечере в театре Рекамье пел Александр Галич. Он спел 4-5 песен, потом, по просьбе Натальи Горбаневской, спел еще на бис «Облака плывут, облака». Вот на какие мысли навел вечер в театре Рекамье Александра Аркадьевича Галича. И вот на этом вечере, на этом удивительном вечере, когда встретились представители французской интеллигенции, французского инакомыслия, если можно даже так сказать, с представителями инакомыслящих стран Восточной Европы, мне почему-то вспоминалась речь одного из моих героев, Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, знатного человека. Однажды на собрании, городском собрании, посвященном осуждению инакомыслия, Клим Петрович вышел на трибуну и сказал: «Инакомыслие, как это значит, иначе они мыслят, это как-то непонятно. Среди работяг не найти дурака, чтоб мыслил не так и не то. Мы мыслим, как мыслить родное ЦК, и лично вы знаете кто». Клим Петрович человек пожилой, опытный, он уже славил Сталина, славил Хрущева, и теперь он на всякий случай прибегает к такой уклончивой формуле: «А если чего не хватает пока, мы с Лениным в сердце зато. И мыслим, как мыслить родное ЦК, и лично вы знаете кто. И лично вы знаете кто. Чтобы нашего счастья приблизить срока, давайте же работать на то. Давайте же мыслить, как мыслить ЦК, и лично вы знаете кто. И лично вы знаете кто».